Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Зене, ссылочки в описании. Сегодня у нас 3 июня. Отличная погода. Небо заволокло дымкой. Я бы даже не назвал это облаками, это очень высоко облака находятся, поэтому скорее это дымка. Из-за этого не особо жарко, температура воздуха где-то 27-28 градусов, солнышко не печет. Ну, впрочем, так даже и лучше, на улице тепло, ветра нет, море спокойное, вода, смотрите, какая прозрачная, температура воды 18-20 градусов. Если очень хочется, если очень жарко, то можно и зайти в воду, искупаться. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!